ну, на Маккензи Бич, пляж Маккензи, вот, есть еще пляж Фукинидис или Фуникудис. Он расположен вот там, вон там он. Если вы на Фуникудис пляж пойдете, то вы можете прям увидеть, как самолеты садятся. Они буквально рядом с пляжем находится аэропорт, там садятся самолеты. На Маккензи Бич очень живописные набережные. Все по ней гуляют, прогуляйтесь вечером, тут очень красиво тоже. И еще расположена церковь Святого Лазаря, вон там он, как вы видите. Если у вас, ну, не хочется далеко ездить, допустим, мало времени, вы можете и полежать на пляже. Здесь вот бесплатно, тут вот лежачки можно взять, опять можете бесплатно. И можете сходить, посмотреть достопримечательности, основные Ларнаки. Вот, а пока покажу вам там Марина Порт. Если идти до конца, будет Марина Порт, это яхта. Тоже прогуляйтесь обязательно здесь. Я вот сейчас, наверное, как раз пойду немножко погуляю и запишу вам видео. Здесь немного развлечений, катамараны. Можете взять покататься. Такая красивая прогулочная набережная Ларнаки. Ну вот Маккензи Бич, мне он больше нравится, например, вот такие зонтики пальмовые красивые. Когда лежишь, пролетают самолеты. Ну и плюс, если вы живете рядом, здесь расположено много отелей, тут до аэропорта добраться 10 минут на рейсовом автобусе за 1,5 евро. Который ездит 3 остановки или 2, не помню, смотря откуда ехать, оттуда или чуть подальше. Вот мы на пляже Маккензи. Кстати, море очень теплое. Немного мало соленое, это хорошо. Ну, на этом пляже в основном отдыхают люди пенсионного возраста, если вся молодежь отдыхает в основном в Киеве. Так что, если вы хотите, смотря какую компанию вы хотите, если хотите, где более молодежный, заход в море очень такой долгий днем здесь, на Маккензи, то есть идти до моря надо достаточно далеко, так как мелководье. В принципе, спокойный, хороший отдых, так как здесь устал европейцы. Вон из тех отелей, которые вы видите за мной, выходят, идут на пляж и отдыхают. Ну вот, в принципе, все. Поеду я, доеду до Фукинидиса. Покупаюсь там, посмотрю на самолеты. Ну, цены здесь вполне доступны по сравнению, особенно с остальной Европой. Один лежак 2,50 евро, один лежак с зонтиком 5 евро, если вы вдвоем, еще вам нужен зонтик 7,50. Сравнивать с той же Италией, Испанией, ну вообще не очень недорого. Можете вы просто полежать под зонтиком за 2,50, если хотите. Так что все очень доступно, отдыхайте. Ну вот Фуникудис Бич. Здесь уже больше молодежи, песчаный пляж, вон там вон аэропорт. В море заходить здесь удобнее, так как нет такого большого мелководья. И здесь вот над вами пролетает самолет. Если будет время, сделаю фотку, пока никто не летит. Но вон там уже аэропорт, и стоит самолет вдалеке. То есть они прям садятся мимо пляжа. Все, заканчиваю запись, садится батарейка. В принципе, про пляж я рассказал. Тут на пляже есть также кафе. И вот какая красивая набережная Ларнаки. Ну все, всем пока. С вами был Борис Соколов.